Приниманский край – это уникальная территория, на которой на протяжении веков в мире и согласии сосуществовали представители разных народов и вероисповеданий. Предметы, так или иначе связанные с религиозным наследием региона, сотрудники Гродненского историко-археологического музея объединили в масштабную выставочную экспозицию «Сакральная спадщина Панемония». Экспонаты датируются разными эпохами. Амулеты и обереги, которые дошли до наших дней еще с 12 столетия, сменяются более поздними иконами, редкими картинами и другими предметами православного культа. Выставку по праву можно назвать уникальной, ведь она по крупицам собиралась из разных источников. Частка экспонатов – это менавіта фонды Гродненского историко-археологического музея. Шмат предметов нам предоставило керавництво Мастацкого национального музея Республики Беларусь у Минску. Частка цікавих экспонатов нам предоставил Брыгицкий кляштер. Его ксёнц Антоний Гремза передал нам покористаться на выставу шикованную картину, например, «Танец смерти», якая является помником живопису, помником эпохи Ренессансу, барокко, конца 17-го стагоддзя. Также на выставке представлены экспонаты, хранящиеся в Свято-Покровском кафедральном соборе и в личных коллекциях ценителей старины. Около 300 предметов сакрального искусства, а также быта монахинь и священнослужителей, крестов и одеяний, редких печатных изданий и макетов представлены на суд зрителя. Продлится выставка «Сакральная спадщина Панемония» до марта следующего года.